Дорогие друзья, этот праздник связан с драматическими событиями 1612 года, когда наши предки, объединившись, создав народное ополчение, руководителями которого были Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, выбили польских интервентов из Китай-города, а затем полностью освободили Москву. Народное единство – это та основа, которая объединяет прошлое, настоящее и будущее. Это наша национальная идея, которая помогла нам победить не только польских интервентов, но и изгнать фашизм с территории Советского Союза и избавить всю Европу от коричневой чумы, от страшного фашизма. Ура! Во все времена, особенно тяжелые для нашей страны, с нами была неистребимая вера и неизменно сопровождающий ее колокольный звон. Голос колокола всегда был и будет понятен без слов, ведь он взывает к душе человеческой. Колоколом созывали народ навече, специальным метельным звоном будили замерзающего, набатом или всполошно возвещали о всеобщей беде и звали на помощь, торжественным гласом приветствовали царей и победителей. Под звон колоколов на Руси протекали все важнейшие события, как в жизни страны, города, села или деревни, так и в жизни отдельного человека. Его рождение, венчание, уход в мир иной незримо пронизывали чистые, стройные колокольные звуки. С давних времен голос колокола не только звал в храм и был частью богослужения, но и сопровождал людей в важные и трудные моменты их жизни. Каждый звук аккордом, каждый звук раскатом. Колокольный звон когда-то был обеде набатом. Был всегда он путником, маяком, спасением. В стужу, страшную метель был благословением. Был ко службе временем, часом в храм идущим, о молитве и поклоне Богу был зовущим. И сегодня также звоном колокольным, в небеса летящим, звучным и раздольным, призываются с небес вольные сердца, чтоб прославить и познать Господа Творца. Инициатором проведения этого фестиваля стала Елена Дмитриевна Краснова, которая сейчас как раз находится у звонницы. Это звонарь храма Николая Чудотворца в селе Филипповском Владимирской области. С Богом!